Чуть больше месяца осталось до Дня Республики. Масштабные гуляния, как правило, проходят не только в столице Чувашии, но и в одном из муниципалитетов. Каждый год разный район. На этот раз в конкурсе победил Алаторский. Наша съемочная группа съездила в деревню Старые Айбеси и посмотрела, как идет подготовка к празднованию. Здравствуйте, коллеги! Мы сегодня весь день работаем в Алаторском районе. Приехали сюда специально, чтобы посмотреть, как идет подготовка ко Дню Республики. В Старых Айбесях это будет еще одна площадка. Вот на этой территории, которую сами жители признаются, была раньше заброшенной, они облагораживают, убрали очень много мусора. Сейчас здесь выросли 16 деревянных домиков по количеству поселений. К празднику здесь будет очень много интересных локаций. В Березовой роще, на дне оврага и вот рядышком на другой территории. Но об этом, обо всем я расскажу более подробно в понедельник в нашем информационном выпуске «Республика». До встречи!